Сегодня, 6 июня, в Ростове автобус, следовавший по маршруту номер 96, врезался в стоявшую на обочине фуру с прицепом, сообщили в Главном управлении МВД по региону. ДТП произошло на улице Таганрогской. По предварительным данным, в столкновении пострадали 10 пассажиров автобуса. В момент ДТП в автобусе находилось 15 человек. По одной из версий полиции, виновником аварии является водитель автобуса, который не справился с управлением, что и привело к ДТП.